народного единства в России стал официальным праздником в 2005 году. Эта дата стала символом единомыслия и сплоченности многочисленных народов, населяющих огромные просторы нашей страны. Его учредили в честь даты окончания смутного времени. Этот праздник отмечался до 1912 года на территории России почти 300 лет со времени правления Михаила Романова. Исторически, дата 4 ноября 2016 года приурочена именно к окончанию смуты не случайно. В России смута продолжалась 15 лет. За это время она отравила жизни многих россиян, вернув страну в тяжелейший экономический кризис, подкрепленный извне поиска шведской интервенции. Окончание смуты положили два выдающихся человека – нижегородский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Объединившись против поиска литовских оккупантов, они смогли освободить страну от их гнетущего влияния и положить начало чистой главе в истории развития новой России. Минин и Пожарский смогли объединить народ, столь разлаженный и постоянно конфликтующий между собой во время смуты. Именно поэтому данный праздник и получил название «День народного единства», и посвящен он именно вышеуказанным событиям.